получила посылку, радуюсь как ребенок. Косточки. Опять я завелся. Опять. Вот они. А потом деревья падают. Ведь это же все. Это когда исчезает вот эта инфраструктура, это еще ладно. Там чуть-чуть раскопано. Вот. Когда исчезает из-за перекопки инфраструктуры, дерево слабеет, даже дикорос. Им и так не сладко. Они кругом асфальтом закованы в асфальт. Им и так там не жить-то. Ну, это тут человек посадил каштан и получил вот это. Вот дело, у кого-то руки чесались. Ну как, красиво. И ведь это все принимается за истину. Это как тот самый в Херсоне. Вот, с моей родины. Кто-то бы людям сказал, ну не смейте вы, это вам не Херсон.